Ну что, доброе? Я опять листовками вчера не клеила, потому что у меня была мигрень, и вчера я отходила. Сегодня иду в строй. 9 еще нет, хотелось бы, конечно, еще пораньше вставать, но не встала. Так что иду как есть. Сегодня, кстати, как-то тяжелее клеить, потому что ветер сильный. Они разлетаются, ты их мажешь клеем, и они начинают разлетаться. Ну ничего, нормально, уже половину, наверное, наклеила. Сейчас мне надо кое-какой участок пройтись, что тут клеить нечего. Как-то так. Мне нравится, кстати, прикольно. Единственное, что боишься получить по башке от каких-нибудь бабушек. Уже одна на меня так косилась. Ну, пофигу. Чё ж теперь? Бабкам все не нравится. Ни телефоны, ни объявления, ни молодежь, ни правительство. Им не угодишь. Слушайте, я вообще сегодня забыла про камеру, если честно. Не сказать, что я прям сегодня активно работаю, вроде что-то пытаюсь, но день сегодня суматошный. Что сказать, не знаю, пью воду, заполняю ежедневник на завтра. Уже 6 часов, хочу закончить работать и пойти гулять. Так что чувствую, что этот день я буду миксовать с следующим. Мы в торговом центре в нашем прошли за едой. И готовить не хочется. Это когда сели на правильное питание. Но мы зато пьем воду. Что-то как-то, да? А столы расставили уже? Да ладно. Детей больше стало как-то. Мы сделали заказ, сидим, ждем. Тут открыли зону, где можно сидеть. Теперь все сидят. Игорь такой деловой. Занятой. Не общается со мной вообще, сидит в телефоне. Да-да. Смотрите, у нас салют прям в окно. С Новым годом! Утро доброе. Короче, я иду опять на ростовки. Сегодня пораньше встала. Полвосьмого встала, пока собралась, конечно, пока-то. Сегодня такую большую пачку взяла, блин, что-то я психанула. Много, наверное. Иду клеиться немножко в другое место, в сторону от дома. Классно. Прохладненько, свежо. В общем, пошла работать. Смотрите, сколько тут на площади голубей. Офигеть, да? Я что-то уже куда-то далеко иду. О, вон там же. Далеко иду клеиться, меня уже не остановить. Уже надо обратно возвращаться. Я что-то все дальше и дальше уже. Парк прошла. А всего лишь клеюсь полчаса. Ну, на самом деле, видите. Ну, я половину убрала в сумку там. Хожу, кстати, с Игорем сумкой. У меня все домашние шлепки. Такой прикидон. Ладно, пойду клеиться дальше. Там подъезды, наверное. Котиков столько вообще. Рыжего видела. Он там, вижу, еще один. Классно. Еще сегодня очень ветрено. Блин, вообще листовки загибаются, вот эти вот номера. И, кстати, реклама немножко. Если вам нужно продать или купить жилье, или нужна помощь риэлтора, обращайтесь. Вот Игорь этим занимается. Я вам покажу. Можете звонить. Вот. Можете себе заскринить. Ладно, я пошла клеить, вот мой подъезд. Я, короче, освободилась, жду Игоря. Мы хотим по рынку походить, посмотреть цены на рыбу и так далее. Так что жду его. Долго что-то идет. Пришли домой, будем завтракать наши вчерашние хот-доги и будем смотреть влог ребят. Настя смонтировала влог проводы, сказала, по кусочкам засобрала, так что мы смотрим. Я активно поработала, сейчас у нас 2:30, я варю активно уже щи. Что за слово активно прицепилось, пью воду. Сейчас уже щи иду выключать, жду Игоря, скоро будем обедать. Что-то так устала. И что-то так запарилась после варения щей. Решила сварить. Искупаться. Винтик включила себе. Что-то прям так жарко, ужас. Опять жара началась. Хоть сегодня утром, когда я носила, было прям прохладно. Выдала еще один стакан воды. А вернее, тот половину выдала, а половину разлила. Игорь пишет.
Разлила, у меня какая-то напасть, я постоянно разливаю воду и разлила этот раз на пол, благо ноут не залила. Пипец. Теперь сейчас хочу отдохнуть, жду Игоря пообедать и немножко поваляться, полежать, потому что я встала рано и уже устала, я прям вплотную работаю. Сегодня визитку сделала для кондитера, наклейки, сайт закончила. Как-то такая сегодня итоговая работа была проведена. Еще, короче, куча работы на самом деле. Вот. Как-то так. Смотрела влог. Настя выставила влог. Смонтировала. Так что вы тоже можете пройти на канал, ребят, посмотреть влог с проводов. Там более как-то у Насти все подробно. Таня там побольше снимала. Так что можете посмотреть. А еще Настя сказала, еще какой-то влог смонтировала, но я его не видела. Поэтому там, по-моему, целых два. Так что заходите, ссылка в описании на канал, ребят. Смотрите, поддерживайте их лайками. Вот. Насте особо тяжело даются такие влоги монтироваться, представляете? Уже так сильно, ну, скучать по-любимому, монтировать проводы. Там мне грустно, а Насте я вообще не представляю, как она такое монтирует. Так что жду Игоря, хочу есть. Такие щи прикольные получились, душистые прям. Вот. Жду. С курицей, кстати, с постной. Так что жду Игоря, хочу есть. Наконец-то мы сели кушать, я такая голодная. Игорёшкина порция моя, вкусные щи. И смотрим влог Насти, как они едут в Ростов, про присягу. Всем приятного тоже аппетита. У меня сегодня вот такой вот ужин и варил муж. Я что-то сегодня под вечер очень устала, капризничаю, депрессую, не очень себя чувствую. Так что я кушать, смотреть сериал и лягу спать. Прям что-то очень вымоталась. Вам тоже приятного аппетита и хорошего дня. Сразу спокойной ночи скажу. Покажу вам котик. А вам тоже желаю спокойной ночи и всем пока.